А я умею проигрывать, я мужчина. Это я победил. Я побежу. 10 часов вертелось у зеркала. Меня невозможно победить. Да, я очень рад, очень рад. Это я победил. Это я победил. Это я победил. Это 100% победа меня. Вот так съел монстришка. Ну посмотрим, рыжая бестия. Это я победил. Выиграла в прошлый раз кукла Лол. То она продолжает соревноваться, ну а новый персонаж, кто ей бросил вызов, это зеленый человечек, инопланетянин с планеты Альфа Центавра. Я не с Альфа Центавра, я с Кампа Мартанта. А, Кампа Мартанта, окей, хорошо. Кампа Мартанта против куклы Лол. Привет, ребятишки! Смотрите, это зеленое чудовище хочет у меня выиграть. У меня, которая купила шампунь, а ты Флорен. Человечек зеленый, у него вообще нет шансов. Как он собирается вообще у меня выиграть? То, что он с какой-то там даже планеты непонятно, даже не с Альфа Центавра, а какой-то там Мартанта-Матанта. Слушай, ты, рыжая землянка, я облетал всю вселенную 15 раз, 16 раз я воевал с разными там мутантами и шпатантами. И ты хочешь мне сказать, что ты меня победишь? Да никогда, ни за что на свете. Я самая продвинутая и самая интеллигентная цивилизация во всей вселенной. Вот дает, чувак. Ты мне даже не интересен, понял? Мне твоя планета и твоя вселенная совсем не нужна. У меня есть свои книжки, которые я читаю. Например, «Колобок». Читал такую? Это землянская, самая классная книжка, которая сосредоточила всю мудрость нашей Земли в себе. Понял, ты зеленый? Почитай на досуге, может поймешь мою психологию. Выпустите меня отсюда! Выпустите меня! Я в этой тюрьме уже второй день сижу. Сто якорей мне в черта и с якорь в мачту. И еще не знаю даже как. Ой! Кто это? Ой, спасите, помогите, зеленый дьявол! Лучше в тюрьму, да сажайте меня скорее в тюрьму. Я хочу... Смотрите, морячок-то испугался. Этого-то, да посмотрите на него. Посмотрите, смотрите, какой он, какой я. Вы видали, что он испугался? Вот это еще пираты наших дней. Дай им в ясли надо. И я тебя даже лежа побежу. Решает жук теперь, кто победит. Наши герои себя представили очень хорошо. И вот теперь наш зеленый инопланетянин и наша кукла будут соревноваться, кто же победит. Иди ко мне, иди ко мне. Иди ко мне, дорогуша, я тебе покажу всю вселенную. Ты его не пожалеешь, ты не пожалеешь, ты не пожалеешь, что со мной встретился. Я тебя завезу на те планеты, как кампа-матампа, лампа-та-тампа и сампампа-рампампампа. Он вообще, по-моему, с ума сошел. Кому нужны эти планеты? Да иди ко мне, дорогой. Я яблоки из супермаркета принесла, они такие вкусные. Пальчики оближешь, или что там у тебя, усики оближешь. А эти тебе тампы-матампы, зачем они тебе? Нужно быть немножко приземленнее. Мне вообще инопланетяне не нравились. Есть нормальные, конкретные чуваки, вот они мне и нравятся. А ты этот, не доставь этого зеленого здесь, и пусть я побежу, нам пусть он летит на свою кампа-матанта. Жучок, иди ко мне, дорогой. Иди ко мне, иди ко мне, ты никогда не катался на космическом корабле. О, смотрите, по-моему, аргумент про космический корабль был очень хорошим. Я и жук сразу рванул. В тюрьму. Жучок сразу же рванул к зеленому человечку, и он победил. Этого не может быть. Я никогда не думала, что какой-то зеленый, маленький чувак сможет меня победить. Это так несправедливо. Жизнь очень жестока. Пойду и съем 5 килограмм конфет, стану толстой и некрасивой. Ну все, теперь я отсюда никогда не выйду. Мне нужно судью в студию, потому что зеленые человечки не имеют права участвовать в земных конкурсах. Это нечестно. Возможно, он повлиял как-то ментально, как-то он загипнотизировал. Паука, откуда мы знаем, что это... Вообще-то это не паук, это жук, кукла Лол. Нет, ну неважно. И вообще это нечестно, потому что, ну я не знаю. Все было честно. Нет таких правил, что инопланетяне не могут быть дискриминированы. Нельзя дискриминировать инопланетян. К тому же у него такой же цвет, как у меня. Привет, братан. Ну так вот. Я хочу сказать, что все было честно. Ну, на пьедестал почета взбирается наш инопланетянин. Пока всем. Пока. А, я очень рад.
очень рад. Это я победил. Это стопроцентная победа меня. Да, я очень рад, очень рад. Вот так съел монстришка. Ну посмотрим, рыжая бестия. Это я победил. Шикарные волосы – это путь к успеху. А я умею проигрывать, я мужчина.